Ребята, всем привет! Мы продолжаем играть, и у нас рота Бейкера. Наша задача войти в Бастогны, наверное, скорее всего. Это будет правильно. Да, это Бастонь. Спасите раненых. Наша задача в этой миссии будет. А здесь уже, я смотрю, немцы, есть стандартные немцы и повышенные ветераны, уровень противников. Брифинг. Немцы взяли Бастонь в кольцо. Окруженным бойцам приходится туго, а все входы и выходы перекрыты наглух. Против нас и крауты, и эта чертова погода. Впрочем, это даже может оказаться полезным. Если нам удастся открыть коридор через Асенуа, мы сможем прислать подкрепление и вывести раненых раньше, чем крауты поймут, что случилось. Постарайтесь продержаться как можно дольше. Дорога каждая секунда. Ну, как вы поняли, задача, в принципе, спасти людей. Одна из тех тоже новых фишек, которые они ввели в компанию героев, потому что до этого ни в первой, второй части, даже в модах никогда, по-моему, такого они тоже не использовали. Так, медали вручаются так. Захватите точки вдоль дороги, защищайте центральную точку дороги. Да, что-то как-то всего много. Давай отправляемся. В атаку, друзья, в атаку. О, еще в районе присутствуют танки Панзарь 4. ПС-4. Это же эти, как их, тигры, которые там, да, всякие, или это средние танки. Конечно, не очень было здорово на карте вот так вот, когда уже пойдет полноценная карта, я уже представляю, когда там приходишь, а там, блин, какие-нибудь тигры стоят, да? Или еще что-нибудь. Будет не очень приятно. Тут еще из-за этого того, что мы играем тремя ротами, и если одну роту не на того отправить, будет очень печально. Так, пулемет М2HB 50-го калибра был достаточно мощным для... Блин, как все быстро. Активное перемещение пулеметных позиций помогает им избегать огня минометных артиллерий. Ну, это мы знаем. Так, исходная танковая поддержка ограничена. А это что значит? Ну, интересно, вот у немцев последняя. Это исходная танковая поддержка ограничена. Это что значит? Ну, вот предпоследняя, понял. В районе присутствуют танки. У противника больше противотанковых орудий. Ну, короче, блин, ну они очень круто сделали. Мне понравится. Реально, вот на этом, вот в этой тематике надо Вархаммер развивать. Там просто все круто было бы. Все крупные дороги, ведущие из Арден, проходят через Бастонь. Этот город имеет ключевое значение для контроля над регионом. После долгой осады наших парней, запертых в городе, называют не иначе, как битые бедняги. И неудивительно, их в пятеро меньше, чем врагов. У них кончаются припасы, и они постоянно несут потери, сражаясь уже несколько дней подряд. Командование союзников направило к Бастоне деблокирующую группу с целью нанести удар по немецким войскам. Похоже, стихия вот на нашей вот стороне. В такую бурю немцы нас точно не заметят. Самое время для штурма Бастони. Будет о чем написать парни. Так, ну давайте, что нам надо, прорваться сюда и захватить, да, чтобы уменьшить количество раненых, требующих эвакуацию, быстрее захватывайте точки. Понял. Понял, понял. Знаете, что сделаем? Мы отдельно от танков пехоты будем играть. Так, давай, гранаты пошли. Есть, да? Давай, давай, в точку. Ой, что лежит там? Берем боеприпасы, это хорошо. Так, быстрее захватывайте. Подожди, вот это моя база, да? А база... А, база к компьютеру принадлежит. Компьютер сам ее развивает, я понял. Так, вы... Апгрейды у вас есть какие? Так, танки вперед. Погода говно. На мост. Солдаты вперед. Отлично, идем дальше. Ну, короче, я понял, я захватываю, компьютер строит. Ну, в принципе, нормально. Давай, давай, вперед, прорываемся. Еще одну гранату надо кинуть. Отлично, прорываемся дальше. Заезжаем прям внутрь танки, не стесняемся. Пехота, техника, не разделяться. Ничника, ну тут саперы, походу, а вот эти кто такие?
коням. Отряд мотострелков готов отправиться на фронт. Так вот, мне не нравится отчиниться, я где буду. Вам на помощь выслан отряд мотострелков. А, мотострелки могут чинить. Идем в наступление. Так, я понял. А время есть какое-то? Захватывайте. А, вот все, захватить как можно больше точек за 4 минуты. Окей, штурмуем дальше. Что-то здесь подвох какой-то по-любому. Так, а что такое тут, противотанковый что ли? А, что-то я их выбил быстро с противотанкового. Давай, занимайте лучше. О-о-о, ПТшки. Йо-йо-йо. Ё-моё. Танки назад. Сейчас как они начнут стрелять. Еще будет печальная печаль. А давай заезжаем вот так вот, будем вилять. Мансовать. Дави их, дави, дави. Они же с такой скоростью не будут поворачиваться. Пехота, не теряйте технику из виду. Не разделяйтесь. Ох, о чем я и говорил. Мансовать. Ой-ой-ой, ПТшки развернулись. Где там? Не-не-не, мой танк. Да нифига себе. Давай, 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 заходим. Они кинули все. Это будет мое. Блин, один танк остался, ну это триндец. Так, где мото этот? Печальная печаль. Кто же знал? А, тут еще апгрейд надо повесить, чтобы чиниться. Так, сколько у вас здесь? Пятеро. Давай возьмем. Вдруг танки будут, да? Танк все-таки потеряли. Так, а вам отступить и полечиться. Что тут еще лежит? А, это что такое? ПТ. Еще одно ПТ возьмем. Две ПТ, два танка заменим. Так. Так, назад на базу. Вы будете вторым отрядом теперь. Ой. Танк надо мне починить. Давай. Чиним, чиним. Блин, так он чинится медленно. Надо Браунинга, этот пулемет. По это самое. Так, блин. Ой-ой-ой. Нормально они так напрямую побежали вообще, короче, да? Как можно больше захватить. Ладно, продвигаемся-то по дороге. И покатили. А чё я на базе не могу устанавливать? Это же моя база. Компьютер, короче, не разрешает мне, прикиньте. Ну, тогда... Туда будем всеми силами, что остались, прорваться. Так, давай. Поедете первые. Давай. Сейчас мы вот этих попробуем. Кыш-кыш-кыш-кыш-кыш. Так, походу, тут никто не будет стрелять сюда. Ну, стреляйте, попадайте. Ох ты, ё! Тут ПТ. Чё я ПТ так не замечаю? По-моему, выбили ПТ из позиции. Возвращаем танк. Я же убил ПТ. А, он сел снова за ПТ. Не-не-не-не-не-не, только не его, ну твою мать. Сколько у меня? 12 секунд. Я тоже плачу, походу, это будет последнее. Батареи готовы к координированному обстрелу. Так, что там валяется? Боеприпасы забираем. Буря затихает. Немцы могут вызвать подкрепление. Будьте бдительны. Ну вот подкрепления мне только не хватало. Постарайтесь ее не потерять. Мотострелки мне нужны. Блин, сломанный танк. Давайте следующий. Доступна база. О, теперь мне база доступна. Ну, теперь ништяки. О, еще кого-то мне привезли тут. Сразу ремонт. Тачку залазьте. Так, инженеры. Почему нельзя апгрейживать? Или это нужен какой-то... Если мы сейчас же не примем меры, из Бастони не уйдет никто. Мне такое в послужном списке ни к чему.
Берем дорогу под контроль и помогаем нашим. Да согласен, согласен, но вот... Чем я буду ее контролировать, пока дорогу, подожди. Мне к танку надо срочно вести эту машинку. О, боеприпасы. Так, вернулись на базу. Здесь бензин есть, здесь вот этот надо захватить. Танк Шермана вообще покоцан. Да, на Шермана надо пулемет обгрыживать. Так, что моя задача? Количество ранних, требующих эвакуации, быстрее захватывайте точки. Кого, кого? Командира какого-то, да? Ага. Типа вот здесь искать надо, ликвидируйте. Ща, подожди, у меня все сейчас в разнобой здесь. Я не понимаю, почему у меня... О, штуки надо обгрыживать. Что там, машинка доедет? Нет. Механика сюда быстрее вези. Так. Что мне нужно еще? Мне, в принципе, неплохо было бы с собой еще куда-нибудь выставить вот эту самую санитарку. Где она там, кстати, санитарка-то покупается вот здесь. Сколько она? 250 стоит. Нормально. Отлично, с пулеметами уже. Давай, 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 вперед. Давай на разведку вот сюда. Сюда, где инженеры? Здесь, да? Так, инженеры пока идут сюда. Здесь что? А как узнать? Так, экипаж может покинуть эту машину и отремонтировать ее. А, во, кстати, об этом я ничего-то не подумал. А, вот оно еще, как танк чинить можно. Не обязательно. Сейчас мы быстро танк установим тогда. Так, мне надо нижнюю захватить, чтобы, так сказать, это... Ну, бензин шел у меня, и тогда я смогу... Так, боеспособность союза в Бастоне, 95%, 95% нормально. Так, разворачиваем ПТшки. Все поехали туда. Так, а вы отсюда... Сюда, где здесь проход? Вот здесь, наверное, да? Короче, на мост идите. Так, а как их обратно в танк затолкать? Ага. Завели танк, поехали. Как тут сюда зайти-то? Вот я и так не понял, к этому вот этому месту. Там вот здесь? Здесь что ли? Ладно, на разведку сейчас ходим. Пзырим. Жалко, у меня самолетов каких нету там, типа это, хоп-хоп, разведать. Чё-то подозрительно никого нет, да? Никого нет, ладно, я возьму туда. Ладно, танк. Собираемся там. 89, уже уменьшаются эти силы. Так, теперь хоть буду знать, что это самое... Что, короче, танки могут отъезжать и сами себя чинить. Вот это, кстати, очень круто. Так, оружейная сбар. Давай вот этих еще закажем. Отправим их вот сюда. Так, все в кучу собрались. И отправили сюда. Так, ты захватываешь. Так, ты кто? Пополняешься. О, это мотострелки могут захватывать, как интересно. Надо запомнить. Так, танк, давай-ка ты сюда встанешь и будешь смотреть. Сколько там? 89% пока, нормально. Отлично, взяли, да? Все, отправляйтесь к этим туда. Где инженеры? Так, кто из вас? Вот вы. Побежали. Сколько стоит? Ну, 200. Ну, это есть контрольная точка. Может, надо близко, очень близко подойти, не пойму. Ну, ты должен здесь это строить. Это для нее. Топливный склад, это топливо.
Нужно было построить на контрольной точке. Так это и есть контрольная жужжа. Ладно. А, все, догнал, все. Контрольные точки это вот эти с кружками. Все, я туплю. Понял, понял. Так, давай, все, выдвигаемся. Вот сюда. Танк, давай, ты прямо, если что, назад сдашь. Сейчас какие-нибудь тут ПТшки такие, короче. ПТ есть, ПТ есть, рассмотрим. Есть ПТ. Артиллерию заказываю. Наводитесь и стреляйте. Огонь! О, хорошо. По-моему, там всех расплющило. Вперед. Опа-па. А тут есть еще. Наши мотострелки готовы. Уже выехали. Тут машину с лекарями. Чего вы ждете? Группа бронетанковой поддержки готова к выдвижению. Так, я еще предлагаю генерала пойти того прикончить. Собрать армию вот здесь где-нибудь. Так. Инженера где? Я здесь хочу построить. Не хватает, да? 200. Надо еще чуть-чуть. Сейчас хватит. Склад хочу. Ну, контрольная точка, в чем дело? Моя контрольная точка. What the fuck? Бред какой-то. Подожди, на это не могу. На это могу. А почему тогда на это не могу? Она что, особая какая-то, что ли? Ключевая точка, это какая точка? Стандарт, все только на стандартных могу. Внимание всем! Дороги открыты. Разведка докладывает о сосредоточении немецких войск. Готовьтесь к контратаке. Понял, понял. Сюда, давай, давай, давай. Сейчас мы их... Немцы решили перекрыть дорогу. Сделайте все возможное, чтобы этого не допустить. Держать эти точки, да, время до немецкой атаки. Постой, выехали санитары. Охраняйте коридор. Понял. Начинаем выводить раненых. Охраняйте дорогу. Выступаем. Так, апгрейд здесь. Чинить надо? Нет, по-моему, нормально все, да? Так, где машина скорой помощи? Карета, это куда я ее увез? Где-нибудь ее заныкать вот здесь. Вон конвой пошел. У-у-у, черт, я не готов. Я не готов. Инженеры... Нет, инженеры, наверх, вот на эту точку вам надо. Здесь вот так вот построить. Так. По-моему, все норм, да? А, через полторы минуты они начнут атаковать, я понял. Так, надо как-то приготовиться, откуда они будут с это самое, чихпых делать. Сам себя он чинить не будет, нет? Тогда тоже вылезайте, чините. Так, вы обратно в танк. Так, здесь как-то надо так расположить. Я даже не знаю, откуда они поедут. Вот в чем беда. Если бы я знал, откуда они поехали, бы я правильно расположил оборону. А так? Непонятно. Ну, раз эти звездочки стоят, значит, надо вот сюда ехать. Так, залазите обратно. Сколько у вас тут еще свободных мест? Есть еще кто пеший-то у вас тут? Так, этих пополнить. Давай попробуем тоже сюда поставить. Давай, 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 давай. У вас еще 19 секунд. Давайте, парни. Шеврите булками. Так, вы в машину. Где скорая помощь-то? Куда я заныкал? Вот она. Тоже туда отправляйся. Все. Поехали. Где мой танк? Контакт! Приготовиться! Механик, поехали!
Где-то тут стреляли. Вот здесь стреляют. А вы тут что делаете? Так, 105-й. Координаты приняли. Давай, батареи. Бомбанем их. Огонь! Запрос на базуки отправлен. Там грыли сразу. Так, ладно, отступаем, отступаем. И тут, я думаю, примут. Что-то здесь народу мало, кажется, да? Будем танком работать. Ща подъедет танк, держитесь там. Ваши бойцы могут получить базуки. Это, конечно, перевод в тыл, это что значит? А это какой-то отряд, походу, дело куда-то увезти. Теперь обратно едут, смотрите. А, они эвакуировали, обратно едут, да? Вот, едут обратно конвой уже, я понял. Ждем приказаний. В арсенале доступны автоматические винтовки Браунинга. Так, вы идете вон. Так, надо их по домам разместить, я думаю. Жалко, вот такую пушку в дом нельзя заныкать. Так, вы закныкайтесь в этом доме. Так, есть еще солдат. Так, ты пока встань сюда, ты. Идем в тот, например, дом, заныкайтесь. Так, я вообще предлагаю, пока есть время, пойти какого-то генерала, офицера убить. Хер офицера. Я думаю, в принципе, мотострелков полных. И танка Шермана. Не, время отменяется. Атакуют. Черт. Ну еще, конечно, есть артиллерия. 105-е. Координированный залп. Работайте по этой позиции. Ух ты! Так, там, по-моему, ПТ. Ага. Нет, не убивайте, нет. Да ё-моё, заколебали их убивать. Она еще живая. Кто ее починить может? Блин, один танк остался. А кто ее починить будет? Эх, если бы я не натерял столько танков. Вот, надо вот на вот это накопить. Сколько? 700 сил надо, блин, столько нету. Еще пока. Так, мне еще люди нужны вообще. Где? А, тут уже... Мы потеряли отряд пехоты. Выживших нет. Давай, в этот дом бегите. Вы пополняйте силы. И вот здесь прячетесь. Мы готовы. Будет сделано. Машина готова. Стрелки ждут. Не, ну если туда Шерманом ворвусь, мне хана этому Шерману. Я не буду Шерману терять, у меня один остался. Нас атакуют! А где? А, понятно. Там у меня есть солдаты, так что все норм. Шерман. Помоги. Процента. Я думаю, еще один раз они так съездят и норм. Так, про ПТ. Не, к ПТ я не поеду. Минометы бы мне сейчас, а? Хватает мне миномета. Кто тут в М10? Гаубица Стюарт, Шерман. И, короче, три танка всего. Ну ладно. Так, вот инженер есть. На связь, прием. Из штаба прислали майора. Где этот хер майор? Ого, тут всяких скиллов у него. Воздушный, беглый огонь.
Давай, давай, беги. Чё это ты умеешь ещё? Чё такое? Перегруппировка наслаждения. Майор становится точками группировки, которые могут собираться отступавшие войска. Неплохо, но только не беги через это, через чужую землю. Чё там, Шерман? Алло, живой? Заколебала эта пушка. Дом убивает. Чё я туда залп артиллерии? Данные о цели приняты. Координированный обстрел. Работать по батарее. А, хер-майор, ты дебил. А, это не хер-майор. А где мой хер-майор? Убили, что ли? Бойцы, внимание! Чёрт. Выдвигаемся вместе с техникой. Сколько надо? 270. Почти сейчас Шермана второго вызову. Или Стюарта. Лучше Стюарта. Блин, бегите. Так, пополняем. Скоро будет, наверное, гаубицы, гаубицы. Бронированное скопление пехоты огнем. Во, вот этот надо. Да-да-да-да-да. Гаубицу вот эту. 260. Скоро будет. Дымовая завеса. Прикольно. Давай, Гату, поехали! Сейчас мы вот так вот сделаем. Спрячемся в дыму. Так, вы в дом. Быстро. А здесь было. А, все есть. Так, отлично. Так, 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 вы. Давай на дорогу вот в этот дом. Отлично. Так, что у нас тут еще есть? Че не полный это отряд-то? Ну что, так, пополняем отряды. Возвращаем, так сказать, в строй. Что не полностью останавливается, очень странно. Чё, какая-то машинка катается. Координированный огонь по цели. Это подъедет в щи получит. От Шермана. Это однозначно. Гаубица. Опа. Приехал. Они дом убили. Солдатами, походу. Так, отлично, ребята. Коридор готов. Помощь уже близко. Так, а это что значит тут показывает? Так, боеспособность. Я понял. Затащил я миссию. Ну такая, в принципе, непонятная миссия. Но она одна из этих самых, как сказать, из тренировочных пока что. По-моему, у нас еще одна должна быть. По сути, у нас же три отряда. Мы уже двумя играли. Нам осталось только третьим сыграть. Вот, чуть опыта накопил наш отряд. Так. Папа, не уверен, что это письмо пройдет цензуру. Да и сам я валюсь с ног от усталости. Но я не хочу, чтобы ты беспокоился. Надеюсь, я успею дописать письмо, пока коптилка не погасла. Хотелось бы рассказать обо всем подробнее, но времени мало. Мы тут отличились в Бастоне. Было непросто, но мы сумели вовремя прорвать блокаду и спасти окруженные части. Теперь я вижу, что у немцев против нас нет шансов. В общем, папа, мы побеждаем. Наше дело правое, и победа будет за нами. Мы не подведем. Вот такой вот Билл Эдвардс, который отправил письмо после битвы в Бастоне. Ну да, будет третий бой по ходу дела. И третий будет один из последних обучающих. А дальше нам будет доступна вообще вся карта, куда хотим, туда и будем идти. И немцы тоже это будут делать уже. Ну что ж, на этом все. В следующей серии уже играем за десантников. Пока-пока.